Всем привет, дорогие друзья, это Сова, и сегодня у нас на экспериментальную версию выходит апдейт номер 5 для игры Stress Factory. Поскольку это вызывает всегда одни и те же вопросы, их много и постоянные, чтобы не отвечать на них каждому, я отвечу на них при помощи одного единственного видоса. Что это за вопросы? Вопросов два. Как поиграть в апдейт номер 5 прямо сейчас? Это первый вопрос. И второй вопрос. Есть ли работающие моды и почему они у меня сломались? Это вопрос номер 2, сейчас я на оба отвечу. Поехали. Начнем мы с того, как поиграть в текущий апдейт номер 5 прямо сейчас, и что там добавили. По поводу того, что там добавили, есть специальный стрим, на котором мы с разработчиками вместе следили за этим. Так что его можно посмотреть, некоторый обзорный ролик будет чуть попозже. По поводу того, как в него поиграть прямо сейчас. Если у вас куплена версия игры где угодно, либо в Стиме, либо в Epic Store, то прямо сейчас вы можете зайти и скачать себе эксперименталку и начать в нее играть. Но имейте в виду, что вам сначала надо сохранить куда-нибудь в резервное место все свои сохраны, которые есть в игре, иначе вы можете их потерять. И это первый момент, то есть они должны у вас где-то быть, просто чисто на всякий случай, чтобы вы не остались без завода. Это до того, как куда-либо переходить и что-либо скачивать. Теперь, если у вас Epic Game Store одновременно с покупкой игры, вам доступен и второй клиент. У вас будет клиент раннего доступа и клиент экспериментальный. Это две как бы отдельные игры, которые надо скачать себе отдельно. И вот этот экспериментальный клиент у вас теперь обновится до версии 1, ну, вернее, 0.5 и чего-то там еще. И, соответственно, вы сможете играть в эксперименталку. После того, как вы перейдете сейвом на экспериментальную версию, вернуться на ранний доступ назад, вы уже не сможете до тех пор, пока версии не сравняются по билду. То есть это где-то примерно через месяц. Если же у вас Steam-версия, там игры не ставятся отдельно, вам надо будет найти в застройке игры участие в бета-программах и выбрать там вместо обычного раннего доступа экспериментальный билд. В этом случае у вас докачаются, опять же, необходимые данные для игры, и вы сможете, опять же, играть в эксперименталку. С невозможностью перейти сохраненным сейвом на обычный ранний доступ до того, как сравняются версии. Тут ничего не меняется. Ну что ж, вливайтесь к тех, кто хотел вернуться в игру. Это ваш шанс попробовать еще что-нибудь новенькое. Спасибо за просмотр. Если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках.